Ну что, дорогие друзья, мы возвращаемся на следующий матч. У нас играют такие команды, как Signify против Happy Feet Emperors. Вот такая вот команда, название этой команды, да. Ну и мы видим Осталось первые 10 пики секунд. баны на наших экранах, да, дорогие друзья. Я Осталось 5 напоминаю, кто секунд. вновь подключился, это... Что вообще здесь происходит? Это открытая квалификация Юго-Восточной Азии, естественно, на эпицентр, ну, в закрытую квалификацию эпицентра мажора, да, который будет проходить у нас в Москве, вроде в ЦСКА-арене, если мне память не изменяет. Финал этого Очередь сил мероприятия тьмы будет запрещать героев. проходить с 22 июня по 30 июня. Ну, для вас открытой квалификации комментирует Валентин, спецназ Солиногорский. В целом, что хочет сказать про первую карту, да, Сигнафи играли против... Кого они там играли? Против Freak eSports. Первую карту победили, конечно же, да, там в целом... Осталось Не то, 10 что секунд. тотальная доминация. Фрики, конечно, огрызались, но не смогли, так Осталось 5 сказать, секунд. под давлением Сигнафи как-то сопротивляться. Ну, драки навязывали, но, конечно, проигрывали. Там до сих пор в Race King не купил себе даже Рейдинс, который он планировал. Он собрал сначала Фейзы, потом Мидасик. И вот после Мидаса у него не пошло. Умирало много, как у Руса, да. Ну Очередь и в сил целом света Фрики запрещать покидают героя. эту квалификацию. А у нас вот мы видим уже следующий матч. Да, я напоминаю, Сигнафи против Happy Feet. ХФФ, как Очередь сил они на тьмы сайте запрещать зарегистрированы, да, и героя. мы видим пикебаны, дорогие друзья. Разор, Морфлинг, Оракл и Нага у нас от Happy Feet Emperors, в свою очередь от Сигнафи, Дроу Рейджер, Эмбер Спирит, Нюкс и Фурион. Пикают они Абадона и Рубика. В свою очередь Энигма Сенкинг залетает от ХХФФ. Ну что, дорогие друзья, задавайте вопросы. В целом, что Осталось еще? 5 Подскажите, секунд. пожалуйста, как меня слышно? Как ли слышно Доту? Если все ли хорошо там на стриме, да, может что-то пофиксить надо. Пишите, общайтесь, задавайте вопросы, буду с радостью на них отвечать. Так, ну, ждем. Пугна отправляется от команды Очередь. Signify в бан. Отлично. В свою очередь от ХХФФ отправляется в бан Тролль Варлорд. Очередь сил тьмы выбирать героя. Это Vengeful Очередь Spirit. сил света выбирать героя. И сразу Некрофос. Так, ну тут, видимо, какая-то комбинушка Очередь сил намечается. тьмы выбирать героя. Сразу распик прошел героев, Лишака и Сигнафи должны прям сразу. Не? Задумались, да? Ну, Некрофос, наверное, в мидл пойдет. То сейчас как раз-таки пикнут хардлейнеры. А, ну, можно и Некрофоса, в принципе, и в хард отправить. Вопрос только, как ХФФ расставит свои линии. Но Сенкинг в любом Осталось случае 10 пойдет секунд. либо с Вингой, либо с Лишаком в сложную, да? Осталось 5 Энигма, секунд. скорее. А, ну, либо с Энигмой Сенкинг пойдет, да? Лишак, наверное, в мидл. Vengeful Spirit саппорт. Ну и керри, наверное, надо. Хотя посмотрим. Посмотрим, что нам предоставят команды. Да, дорогие друзья, подписывайтесь на социальные сети vk.com, точнее vk.com/gameart.t. Это моя группа ВКонтакте. Там найдете вы ссылочки, естественно, на такие каналы, как YouTube, мой канал, на Good Game канал, соответственно, на мои социальные сети. Ну и также я сейчас занимаюсь текстовой трансляцией по чемпионату мира по хоккею. Кому, конечно, интересно, также можете подписаться и следить за моей стенкой. Там я описываю, ну, не то, что описываю матч, а пишу счет, да, там что-то где-то подписываю, там слежу, в общем, Очередь сил за света турниром в запрещать героя. целом. Адмирал Адмирал Канка. Кука появляется у Сигнафи. Очень хорошо, комбинушка. Ну, кстати, ой-ой-ой, а да, Рубик.
против Энигмы. Ух! Я чувствую, Рубик ворует Блэк Холл у Энигмы, засасывает пятерых, Кумка осталось дает секунд. Торрент, туда дается корабль, и просто это разрыв осталось 5 секунд. Пятых точек у команды ХФФ. Так, что-то все подвисло. Нет, не висит, не висит, все хорошо. Да, все отлично, дорогие друзья. Ну и последний бан у нас от ХФ. От ХФ. Очередь сил тьмы запрещать героя. Банится от них. Ну и последний бан от Сигнафи, что они забанят. У нас ждем. Ну, наверное, какого-нибудь керри персонажа. А, кстати, нету здесь товарища Фантом Лансера. Хотя Фантом Лансера здесь может и зайти осталось как раз Некрофусу сжигать ману, тому же самому Рубику, Абадону осталось в целом, да, секунд. То есть Диффуза, когда он соберет. Ну, тогда придется отправлять в мид Лишака. Но хотя тут нет вариантов, тут в мид пойдет Лишак от Медуза. Героя. Медуза, да, можно. Кстати, Манки Кинга можно пикнуть. Ну, тогда у вас получается Monkey King керри, ну да, Лишак мидл, Vengeful Spirit Support, Sand King вместе с Энигмой идут в сложную. Ну, смотрим, кого пикнут у нас ребята из Сигнафи. Кстати, они могут также осталось пикнуть Phantom Lancer, но посмотрим, посмотрим. Осталось 5 секунд. Monkey King, Phantom Lancer, Juggernaut, кстати, может появиться. Очередь сил света выбирать героя. Свен готов. Ух ты. Вот так вот. Ну, про Свенчик-то я как раз-таки и забыл. Так, одну секундочку. Так, логотип. Так, ну, ждем, что у нас last pick от команды ХХФФ. Ну, это какой-то керри-герой, 100% должен быть. Так, ну и это у нас Monkey King. Как я и говорил, изи аналитика. Ну и поехали. Blizzard у нас керри. Swift, естественно, в мидл. Посмотрим, какие корабли он будет давать. Как атакер или как, не знаю, как еще кто-нибудь, да? Или просто как игрок, играющий на кунке. Вот и все. Когда я играю на Акунке, у меня бывают корабли отправляются в такую бухту, что остается желать лучшего, как говорится. Ну и что, пики сделаны, кстати, пиков больше нет. Сразу же я в группу выложу скриншотик. Так, сразу скриншотик, да, чтобы понимать, какие пики были, каких не было. Ну и в целом подписывайтесь, дорогие друзья, на мою группу ВКонтакте vk.com/gamertt. Там будет вся информация по квалификациям сия региона. В целом, после сия региона, дорогие друзья, такая небольшая информация на ваш, может быть, выбор, да, какую квалификацию вы бы хотели посмотреть следующую, СНГ регион или Европа. Давайте, может, я голосование для вас, дорогие друзья, устрою, да, в моей группе, чтобы понимать, какую квалификацию комментировать в следующем. Но я напоминаю то, что квалификация СНГ начнется в 4 часа по Москве, а квалификация Европа начнется в 5 по МСК. Какую следующую?
Дорогие друзья, заходите, голосуйте. Каждый голос очень важен. Так, ну и у нас сразу пауза, вылетает у нас один игрок из ХФ. Так, ну давайте представим, кто на ком играет. На Манки Кинге будет играть Попо. На Лишаке будет играть Дино Даки. На Сент Кинге будет играть у нас Луциано. На Венху Спирит ТВ ТМВ. Ну и на Энигме будет играть Джоби Изи. Это команда ХФ. За команду Сигнифи на Рубике будет играть Кравли. На Некрофосе будет играть у нас No Chance. На Абадоне будет играть у нас Неги. Свифти будет играть у нас на товарища Адмирал Кунки. И на Свене будет играть у нас Blizzard. Извиняюсь, дорогие друзья. Да, пишите, как меня слышно, дорогие друзья. Еще раз повторяю, для вновь подключившихся, что здесь вообще происходит. Это открытая квалификация Сия региона на эпицентр мажор, да, в закрытую квалификацию. Для вас комментируют Сие мероприятие Валентин Спецназ Ильногорский. На протяжении всего дня я буду оставаться вместе с вами. После Сия региона пойдем комментировать либо СНГ регион, либо Европу. 100%, что мы пойдем комментировать, все зависит от вас. Заходите в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь. Там идет сейчас голосование на ваш выбор, какой регион вы хотите посмотреть, СНГ или Европу. Голосуйте, соответственно, какой регион наберет большее количество голосов, такой мы, точнее, я буду и комментировать, дорогие друзья. Так, ну давайте я тоже проголосую сразу. Так, ну и ждем. Матч стоит на паузе. Один игрок, конечно, отключился. Видим, какие-то технические неполадки. Знаю, но напоминаю то, что первую игру Сигнифи выиграли. Давайте, наверное, быстренько пройдемся, кто в параллельных матчах играет или нет. Сэнфинг уже подключился, да, можно, они, наверное, будут начинать, да. Ну, давайте быстренько, да, пока что раунд 64. Гикфамы ожидают своего соперника. Тут у нас... Ну, кстати, там Севен играют, Неоны. Неоны, кстати, победили Флэш Г. Вот Севен есть... Спортс против Лувра играет. Тут Неон Сэм, наверное, тоже будет очень интересный матч. Но пока что Сигнифи. Следим за Сигнифи у нас. Мы с вами. Хэштег ЮКГ, РГ, Река. Ну да, будем пока за Сигнифи. Давайте посмотрим, что у нас по лайнам. Энигма и Сент Кинг у нас идет сложный против Рубика и, ну, Свена. Да, или Свен вниз пойдет. Да не, будет перемещаться, со Свеном пойдет Рубик. Кунка, естественно, мид против 30 секунд Манки Кинга и Керри Лишак, это получается. Лишак с Вингой против Некрофоса, естественно, и товарища Абадона. Ну, смотрим. Или No Chance пойдет в мидл. Сейчас посмотрим. Не будем гадать на кофейной гуще, да, как говорится. Пишите, общайтесь. Голосование в моей группе vk.com/gamertt. Так, матч пишется, все отлично. Да, записи трансляции будут выкладываться, скорее всего, сразу же. Первая карта. Пока что давайте, наверное, я первую карту сразу, да, наверное, загружу, чтобы... Сразу, если пропустили, то можно было посмотреть. Так. Ну, давайте вот теперь точно уже Сент Кинг с Энигмой против Рубика и... А, Свифти. Ну вот, я и говорил, да. Манки Кинг против Некрофоса. И внизу у нас Свен с Абадоном против Лишака и Венжу Спирит. Вот такие у нас лайны от команды Сигнифи. Соответственно, от команды ХФ. Вот он как. Не спойлом. Ну,
Ну, Абадончика тоже всегда интересно. Ну, Энигма, да, будет в лесу стоять. Так, заблочили здесь спаун у нас Рубик. Ну, Рубик будет Энигму выгонять. Инстан Кинг будет Сол против Сис стоять. Ой, какая большая пачечка тут маленечко Кроули подворовывают. Ну, это такое. Воровство, можно так сказать. Медле у нас. No Chance просел на половину хп. Ну, внизу у нас. Тут постоянно мисткоилом у нас неги крипов, героев. Ну, и в целом постоянно спамит. Конечно, один мангус у него остался. Это плохо. Рубик. Ну, Рубик будет мешать Энигм по игре. Опс, Denial. ХС, что ли? Оп, нет, это не за Denial. Да, пытается выгнать Рубик Энигму, но не выгонит. Конечно, единственное, что Рубик будет терять очень много времени, гоняясь за этой Энигмой. Вот в чем проблема. И будет, конечно, халявка вообще. Регенерация. Для Абадона. Как раз таки у него и мана, и хп закончилось практически, но Рубик. Силы света используют сканирование. Классочку сбить. Классочку сбил, но это такое. Ну, Рубик, да, здесь очень долго времени проводит. Внизу у нас пытаются, кстати, убить Vengeful Spirit. И я опять не пропущу долгожданный First Blood. Хотя стики прожал, хорошо. Хороший стамп по двоим. Пошли диабольки. Ответочка пошла у нас от ХФ. Ну, мангус, конечно, есть. Достанут 4 секунды. Мангус съедает у нас Blizzard. Можно попробовать, но нет. Здесь нет, во-первых, ни крипов, ни вообще ничего нету. Ну, Кроули пока что мешает. Ну, можно, кстати, эталонами попробовать Кроули-то и забрать. Но второй уровень нужен. Очень сильно нужен второй уровень. Оба получили второй уровень, и все. И с Койлом проходит у нас. Так, ну что? Будете, дорогие друзья, голосовать или не будете? Так, Мангус, Неги, Стан, Мисс Койл, Стан в ответку от Венжевл Спирит. Но тут либо Вингап погибнет. Хотя нет. Стану пытается здесь лишак, но ничего не выходит. Ну, кстати, подкрепаем можно и попробовать. Как раз, ну, щиточек, конечно, сейчас закончится. Стан по лишаку. Лишак подставился. Ну и First Blood. First Blood я все-таки не пропустил. Это очень хорошо. Великая честь для рыцаря. Ну и отлично. Поспешим. Рубик, где у нас? Все-таки Рубик гоняется. И он, кстати, может убить здесь Энигму, хотя пришел сюда Манки Кинг, Стан. Ну, Рубик погибает. Энигме тут немножечко повезло. Ну, есть вард здесь. В том-то и дело. То, что сейчас Рубик может купить. Ну, нет. Смог не будет. Ну, кстати, Кровли может просто в наглую пойти. В лес сейчас он типа байтит, отгоняет. Ну и пошел за Энигмой, хотя Энигма... Нижнюю башню сил света атакуют. Нет, Энигма уходит. Энигма уходит. Нижнюю и в целом... сил тьмы атакуют. Ретируется отсюда. А вот наверху забрали у нас товарища Лишака. Ну, Лишак не найдет себе места, конечно. Сент-Кинг, свапнули линию у нас. Ребята из ХФ руны забирают. Ну, 2-4 руны для команд Сигнафи. Изи рунки, изи. Дорогие друзья, давайте общаться. Пишите в чатик что-нибудь. За чатом я, конечно, слежу. Общаться, задавать вопросы. Голосовать не забываем. Какую следующую квалификацию будем? Либо СНГ, либо Европу смотреть, да? И комментировать. Ну, голосование находится в моей группе. Я напоминаю, vk.com/gamertt. Так, ну тут опасно. Манки Кинг играл, мог здесь отъехать, но в итоге для него пока что все хорошо. Но был бы шестой уровень у нас, но учился. Купили свои сооружения. Возможно, бы и забрали. Так, тут Стан
в Некрофоса параллельно. Внизу у нас Кумка погибает. Забрали Сенкинг вместе с Лишаком. Хорошо. Ну, Ченс, кстати, можно здесь попробовать забрать. Мангуса 10 стиков есть у ТМВ. Ну и 2-2 по счету. А, там корабль даже был использован. Там торрент, корабль. Здесь два стана. Да, неплохо. Дабл дэмэдж. Можно вниз выйти попробовать на Лишачка. Сейчас Кунг, кстати, приедет. У него 18 секунд до корабля. Нет, он все-таки летит наверх. И Свен летит обратно вниз. Неги остается пока что здесь. У него КДТ аута. Так, стан. Это не для таких, как ты. Ну, кстати, да, щиточками здесь подспавнивать можно. Внизу. Дабл дэмэдж у Рубика. Ну, второй уровень, к сожалению, только. Пятый уровень, пятый, четвертый, второй. Ну, тут вард есть, да, то есть Рубика видит с дабл дэмэджем. Можно атаковать Рубика, попробовать Лишака атаковать. Диаболики пошли, но Винга пытается размять Рубика. Так, наверху у нас Неги может... Ну, нет, здесь спокойно Сент-Кинг отходит. Диаболики здесь внизу прошли. Стан в Свен пошел, фласочка, все хорошо. Ну, Рубик пойдет этот... лежать. Шранчик. Здесь будет поддаваться, да, заденайлся у нас в свифте. Об свифте, так сказать, Неги заденайлся. Ну и быстро появляется, сейчас быстренько вернется на линию, а вот на какую? На нижнюю, наверное, пойдет Свен помогать. Либо наверх, опять же. Свифте, свифте, конечно... Так, и пошел эпицентр у нас от Сенкинга. Ну, эпицентр, конечно, такой себе. Хотя тут есть Энигма, четвертый уровень. Тут еще подходит у нас Вэнфул Спирит. Эпицентр, конечно, никуда. Ну и на этом все. Ну, кстати, еще один герой. Манки Кинг. Манки Кинг без поляны. Видит сейчас, кстати, Неги. Неги будут атаковать. Хотя вот видит Кунку здесь. В наглую выходит под вышку. Пошла поляна от Манки Кинга. Хорошо, пошел торрент. Корабль хорошо по двоим, очень отлично. Но Свифти здесь погибает, потому что ее вчетвером здесь жмут. И добьют здесь, конечно же. Но Неги здесь отдыхает. Хотя его тоже можно попробовать забрать. Внизу тем временем забрали Лишака. И для No Chance Radiance фармит себе вот так. Неги здесь ничего не сделает, если выйдет, то умрет сразу. Ну, пятый уровень у Энигмы, доминатор имеется. Ну что, дорогие друзья, как слышно, напишите, пожалуйста, уважаемые мои зрители. Так, бодиблок хороший отправлен, должны здесь забирать, не хотя... Центряк прям в наглую, оп, съел центряк, ну и уходит отсюда спокойно. Кто-то сбил. Урну сбил товарищ Свенчик. Ну и все. На этом. Ну и Энигма. Пятый уровень с доминатором. Сейчас будет арканцы. Фармит леса вражеские. Манки Кинг на верхней линии. Сабля у него следующим артефактом будет. Ну, Некрофос. Некрофос вот пока что... Верхнюю башню сил тьмы атакуют. 51 на 13 по крипстату. Наверх. Центральную башню сил света атакуют. Миднайт Пульс пошел, вызвал своих эталонов, своих работяг они. Ну и кушать спокойно под сталонами, с диаболиками, ну и ретироваться отсюда. Интерес кого-нибудь хотя бы цепануть. Нет, все отсюда уходят, но видят на варде Лишака, Лишака не догнать. И все, стянули ХП Сигнафи, ну и рунки. Рунки заберут. Торрент будет. Все-таки своровал. Буцана у нас у Свифти. И там летит не курьер, а Манки Кинг. Так, поймали. Палка. Нет. Ну, кстати, можно попробовать спануть кого-нибудь. На крест. Ну, далеко уже Свифти. Но Ченс прилетел. Говорит, братан, давай подцепим кого-то. А Свифти вместо того, чтобы на крест посадить Сент-Кинга, в итоге пошел ударять крипчику. Так, ну давайте, наверное, общую ценность, да, вот увидим Свенчик, 4500, Сент-Кинг 3900, Манки Кинг и Некрофос. То есть вот, 2-2 в топ-4, 2 с одной стороны, 2 с другой стороны товарищи разместились.
таблиц по нетворсу. Ну и графики пока что в пользу, конечно же, на 10-й минуте ХФшек. Арканчики есть уже у Энигмы. Ну, кстати, вот Рубик гонял-гонял эту Энигму, а у Энигмы все-таки уже два слота есть. Те же самые арканы, тот же самый доминатор. Ну, шестой, конечно, есть у Кровли, но все же. У Энигмы сейчас есть этот. Блэкхолд, конечно же. Блэкхолд хорошо, внизу у нас драка, Свифти погибает, пошел корабль, ну и здесь также Кровли погиб. Даблкил для Vengeful Spirit, это суппорт пятой позиции на минуту. Ну, у суппорт тоже пятой позиции, как ни странно, нужны артефакты, ну тут корабль Фейтболт. И пушит нижнюю линию. А у них есть Блэкхолд, все же в мидл тпшатся ребята из хфшек. Можно здесь попробовать что-нибудь придумать. У Сентенга пока что блинкдаггера нет, но есть эпицентр. Блинкдаггер, грифсы будет сначала собирать у нас товарищ Энигма. Ну это, кстати, не знаю, хороший или плохой вариант. Но грифсы мне всегда нравятся. То есть артефакт на команду, буст, да, хп, все дела. То есть это очень хорошо. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так. Тут какая-то движуха Пепси намечается. Хороший вард у нас от ХФшек стоит. Видит они наученцы. Будет подкоп от СНК. Сенкинг просто нагло торгует лицом, свапают его, быстро начинают. Блэкхолл в никуда, конечно, торрент опять же никуда, Бадон с Некрополисом погибает, ну и ребята отходят. Полян, конечно, от Матрики тоже неплохо зарешал, чтобы не подошли Сигнафи к своим тиммейтам, ну и в целом минус 2, 7-3 счет. ХФшечки пока что ведут. На этой карте блинкдаггер... Арканцы у Кровли будет, конечно, это тоже хорошо. Ну, Свенчик пока что фармит. Кстати, знают об этом. Этот скан силы тьмы не попадает у нас станом. И шаг должен Свен отсюда ретироваться. А здесь Вардик стоит и видит этого Свена. В медле у нас опять какая-то бежуха начинается. Втроем Сигнафи здесь пытались выйти на Т1 Тауэр. Хотя здесь Денайбл, наверное, он. 138 кп. Ну и на нижнюю все вместе к Свену перетягиваются. Команда Сигнафи. Будут они вражескую вышку Т1 отковать. Ну, Свенчик здесь спокойно ее заберет, но при подстраховке своих тиммейтов, да? Верхнюю башню сил тьмы атакуют. А в свою очередь... Тришак спокойненько Т2 забирает без боя под диаболиками 4 уровня. Ну, оккупировали ХФшки вражеский лес спокойно. Здесь Кунка, конечно, может, не дай бог, подставиться. Варды очень хорошие у нас от ХФшек. Здесь вот вард, в медле вард. То есть они контролят, в принципе, карту. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. А вот у Сигнафи вардов-то нет. Но инвиз, кстати, есть. И здесь, если на... увидит наученца. Повезло, кстати. Очень повезло наученцу здесь. Силы света укрепили свои сооружения. Ну, наученц, если сейчас куда-то выйдет, атакуют. Вот здесь центряк стоит. Да, вот сейчас видит наученца. Должны, по крайней мере, нет. Вниз пойдет. Ну, хорошие варды, опять же, отмечу, у ХФ. То есть они видят практически все, всю перетяжку. Так. Луциана. Ну нет, отжали 2-2 по рунам или 3-2. 3-1 вообще по рунам получается у нас. Ну, Кровли здесь. Встретил того, как больно-то Эталон наяривает. Ну и тут Vengeful Spirit. Vengeful Spirit совершает серию убийств у нас. Так, ничего не пишите, дорогие друзья. Так, ну Свифти. Свифти Спирит Весл, конечно, будет собирать. Давайте, наверное, по артефактам пройдем. Манки Кинга, Сабля, Фейзы, наверное, следующим артефактом какой-нибудь. Либо Башер, либо...
БКБ может какой-нибудь собрать. У Лишака арканы. Юул появился также. Сент Кинга Спирит Весел имеется. Пайп следующим артефактом. Венжфул Спирит на пятерка Глиммер Кейп в планах. Здесь уже мека практически имеется. Смог ганг у нас вылазка от ХФшек. И пойдут они на нижнюю линию. Там как раз таки Свен стоит. И Свен прожал. Мом сейчас неудачно. Могут его поймать. Ну, кровли здесь нашли, да, поймали Свена. Свап еще, ну, пошла поляна, здесь Свена никак не спасешь. Конечно, пошел торрент, пошел корабль, но продолжения никакого не будет. Поляна очень хорошая от Машки Кинга, ну и Т2 они очередной Т2 они заберут. И у Сигнафи проблемы, я бы так скажу. У них одна внешняя вышка осталась. Наверх сразу ТП-шится Сент-Кинг. Вот был бы Блинк Дайгер, можно было попробовать этого Ноу Ченса да цепануть. Депвардинг. А никак. Нет, все-таки собьет. Ну и Энигма. Энигма, да. Если, ну и у команды Сигнафи, Аркана, Линза будет следующим артефактом, у нас у Рубик, Пайп, ПТ, Лотус у Некрофоса, ну, у Абадона понятно, здесь ничего нет. В Свифте, Спирит Вессел, Фейсбуцы, следующим, наверное, какой-нибудь Кристаллис будет. А здесь у нас Саша Яша плюс БКБ. Ну, Момчик уже давно. Здесь давно фармит. Так, здесь у нас Пайп практически есть. Кого-то здесь поймали. Поймали здесь Vengeful Spirit. И должны здесь Vengeful Spirit. Да. Свифт, кстати, достается этот фраг. Поймали тут еще и товарища Луцана. Ну, Луцана отсюда уходит. Вард поставили, но... Нет, отпустили здесь Луцана. Ух. А тут Сентряк стоит. Иллюзион. А вот Сентряк должен прилететь. Смог, проюзли смог, и будет выход. Ну, кстати, Сентряк зря вот Неги спалился сейчас. Лишак разведывает. Ну и втроем выходит смог ганки. Пытаются, нас, скорее всего, найдут, да. Здесь Манки Кинга, Торрент, а... Сразу все в него косой накрывает. Из серии 4 убийств. Тут драк продолжится. Телепорты идут на шрайн у нас от команды ХФ. Кравли пытается, ну, заставил, конечно, двоих. Но здесь он не уйдет. А тут Энигма. Есть, конечно, будет пол. Торрент Кунка подсаживает. Корабль никуда. Ну и размен Манки Кинга на одного рубика. 3 капа преимущества у ХФшек. Ну, в пользу, конечно же, для Сигнафи. 754 голды они заработали за товарища Обезьянку. Деньги. Ну и пайп уже есть у Луцуана. Так. Так, ну и 3К преимущество все-таки также держится у нас в пользу команды ХФ, да, Саша Яша у нас у Близзарда есть, БКБ, Огр Клаб имеется, ну и совсем чуть-чуть, ну, по верхней линии ребята из ХФшек будут заходить, то есть спокойненько тут в смоку бегают ребята у нас. Силы света используют сканирование. Ой, сейчас скан наступит Свен, да, Свен скан наступил. Ну и должны сконтролить сейчас руны богатства. 2-2 будет по рунам. Или нет, будут заходить в мидл. Абадон, ну тут такое, да. Ой, Манки Кинг, хорошая рунка волшебства там получается. КД меньше, ну выход в Т2, будут ли атаковать. Защищать этот Т2 Сигнафи непонятно пока что. До линзы совсем чуть-чуть остается у нас товарищу Кровли. Все, линза летит. Видит сейчас Некрофоса. Ну и летит сюда уже Сент Кинг. Ой-ой-ой, я опасно, успеет ли... Нет, надо было слепую копать, пробовать.
Ну и в итоге стянули сейчас всю команду хфшек. Стан, хорошо, пытаются поймать здесь кого-то. Monkey King на дереве сидит. Знают об этом, знают то, что здесь сидит Monkey King. А проруби дерево. Пошла поляна в лесах. О, Абаддон, как же больно. Свен, минус Свен моментально. Абаддон здесь также погибает. Ну и все. Там, ну Майнайл Шторм здесь. Понятно, почему так больно. Ну и Ноучен здесь также может погибнуть. Пошел корабль. Корабль никуда. Ну, Ноучен здесь погибает. Просто его разорвали на четверых. Ну вот Кунке надо было, наверное, вниз идти, потому что пока твоих тиммейтов убивали, ну, корабль дал, и сразу надо было либо ТПшиться на шрайн, бежать фастом вниз, чтобы подпушить хотя бы линию, да, там, таур погрызть чуть-чуть. Ну, заход на Рошана. Ну, в принципе, не так уж. Хотя быстро падает. Конечно, не моментально, но все же. Пятером. В террор винга дает. Да, все. Monkey King будет следующим артефактом тарить Мьёльнир. Ну и Сигнифик как-то потерялись, наверное, на этой карте. Что-то не выглядит, ребята, уверен. Ну, конечно, БКБ может изменить в файте ситуацию. Но насколько сильно, не знаю. Ну, там, да, там много станов. Вот единственный Black Hole, конечно. А Black Hole сбивать, наверное, ну, конечно, корабль, если только издалека давать. Ну, торрент, корабль. Но это, опять же, до покупки БКБ. Но следующим артефактом Энигма хочет купить Блинкдаггер, конечно, да, чтобы вырываться неожиданно. Грифсы уже прилетели. Так, Некрофос. Видит, кстати, его. И может быть атака. Так. Нет, Некрофос на морозе пешком убегает. Внизу это сплитпущий суппорт. Вот вместо суппорт. Ой, опасно. Здесь Свен загулял. Здесь могут поймать его. Юл какой-нибудь есть. Юл, конечно, есть. Стан есть. Но Свен убегает, убегает. Monkey King палку должен давать хотя бы как-нибудь. Нижнюю, да, пошла палка. Тут еще сетка от тролля. Ну и... Ой, не с это... Не скомбинировали маленько. Ну и Свен здесь погибает. Свен без байбека, ну и заход на Т3 видит еще, кстати, Некрофоса. Вард, конечно, хороший, он очень большое пространство видит. Ну заход, вот это всегда большой тролль, конечно, пошел корабль, чтоб крипов, да? Так, крест, торрент, попытаться ударить, ну, ПП, конечно, сбрил, наверху забирают у нас Некрофоса, Некрофоса забрали, также заберут у нас и Свифти, в Свифти забрали, Свифти байбекается, почему Некрофос не байбекается, непонятно, минус также Абаддон, ну и все, минус Митлиния, торрент. Силы света укрепили свои сооружения. Минус Мид. Минус Мид тут команда ХФ. Легчайший просто. Торрент, конечно. Ну, вообще не подбивает. У него еще, конечно, Аегис есть. Ну, боятся Сигнифик. Боятся то, что сейчас... А там еще не вкастованный был эпицентр. Блэкхолл также не было. Блэкхолл не было. Они просто померли. От скиллов. Сигнифик. Да, сейчас вот как раз-таки шрайн можно убить. Дополнительная девушка, денежка. 9к преимущество по золоту, десятка. Там пятнашка практически по опыту. Естественно, в пользу команды ХФ. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Дорогие друзья, давайте голосовать. Какую следующую квалификацию будем с вами смотреть? Будет ли это СНГ или Европа? Заходите в мою группу, подписывайтесь vk.com/gameartt ВКонтакте. Ну и там идет сейчас голосование. Так, ну и не
них. Ну, Торрент хорошо. Сзади заходит Близзард, покупает БКБ. Пошла поляна у нас от Манки Кинг. Корабль в итоге никуда. Свапнули. Кого свапнули? Наверное, Ноу Ченса. Пытается спинку зарезать Близзард. БКБ сейчас кончится. На крест кого посадили? На крест посадили у нас товарища... Лишака, эпицентр по четверым, но скосы забирают у нас Лишака, Блэкхол по одному, только Неги, еще один Блэкхол, Блэкхол вороны у нас был от Рубика, в итоге выигрывает эту драку, пока два в три размена, Сик кровью погибает, также погибнет у нас, живет пока Свифти, живет, ну а Егис еще только у Манки Кинга, это пока что 3-4 размен. Должны сейчас, пошел по таймингу, Торрент, хорошо, должны здесь сейчас разбирать, посадили на крест у нас Манки Кинга, палка у нас от кровли, и Манки Кинг забирает, это 3-5 размен, ну, благодаря, конечно, байбеку Рубика, но неплохая драка, вторую сторону, конечно же, отвоевали, но там падают колодцы, падает уже Т4, проблема. Хьюстон, как говорится, две... При этом, при том, при всем при этом, то, что Рубик байбекался, и он заработал косарь голды. 2500 заработали у нас команда Сигнафи. Ну, вот хочется вот этих переворотов, прям камбэк. Надо звонить в камбэчную Сигнафи. Очень не хватает вот им. Мид-линию потеряли, конечно, Т3 вышку потеряли на верхней линии. Там барак еле живой, там кирпич, не знаю... Там какой-нибудь торнадо полетит, его сдует. Так, Лишак летит сюда. Может, кстати, попробовать убить у нас Ноу Ченс. Ноу Ченс без маны. А у Лишака, кстати, маны-то очень много. И Ноу Ченс может и забрать. Так, разбегаются, стесняются. Стан будет. Стан, Йоул, конечно же. Йоул, ну и Ноу Ченс здесь погибнет. Так, стан как-то Лишак. Танцы, обниманцы. Потанцевали здесь Лишак с Некрофосом. Ну и на верхнюю линию. Байбек, конечно, есть у Некрофоса. Но посмотрим, что нам... Будет ли он байбекаться. Ну, Свифти, конечно, летит. Есть все, есть корабль. Свенчик у нас где? Свенчик бежит. У него КД на телепорт. Сэнкинг спокойно с крипчиками заходит. Бэкдор протекшн снимал. Минус рыжевой барак. Ой, даже не лишний. Так, ГДС по... Товарищ Сэн Кингу свапают Сэн Кига, но Венчук успели погибает. Это хорошо, сразу иллюзию убрать. И до свидания, БКБ потратил на Свенин. Можно, в принципе... А, и Некрофос байбекнулся, вот в чем проблема. И ребята из ХФов отступают сразу. Ну да, Блэкхолу 30 секунд. Можно, кстати, подождать. Эпицентр до сих пор не был в кастовом. Ну, эпицентр вообще не был в кастовом, да, в этом все. Ну, Винга через 20 секунд появится, а БКБ через сколько? БКБ через 30, да? И ГДС через 60. То есть вот такая проблема. Сейчас должны, наверное, какие-то, может, смоки. Курьер тьмы был где-то убит. Ну, возродился, конечно, уже, да? Ну, Рошан через минуту 10 появится у нас. Через минуту 10 у нас появится Рошан. Сразу ХФшки его чекают. Так, ну смог, наверное, какой-нибудь. Смог есть у Рубика, да. Так, следующий оппонент, кто у нас у Сигнафи будет, пока что, наверное, неизвестно, да. Давайте с вами посмотрим. А, ну Севен либо не он. Во, отлично вообще противостояние. Там Севен против не он сейчас играют. И вот победитель этой пары встретится вот победителем с этой пары. Так, ну 30 секунд до Рошана. Вот будет ли... Макс резко еще там, либо тут как раз таки через 30 секунд появится. Да, забыл совсем, но надо посмотреть, что у нас по артефактам вообще имеется. БКБ, кстати, появится у Манки Кинга, Йольнир у него уже есть, у Лишака давно уже травела, БКБ также. Следующим артефактом 16 зарядов в Блодстоуне, у Сэнкинга Лотос Пайп, палка от Рубика. У Винги тут Глиммер Кейп. Здесь у нас Блинкдаггер БКБ также будет. У Рубика форстав следующим артефактом после Блинкдаггера и линзы. Товарищ Некрофос решил все-таки Некрофос собрать себе Лотус Орб место. Ну, Лотус Орб Пайп давно уже, да? Но все же вместо Рединса, да? Форстав следующим артефактом. Ну, Абадон, понятно, бедненький товарищ. БКБ у Кунки уже 10 секундный. Кримсон Гвард следующим артефактом будет покупать. Ну вот, должен
покупать вот тот же самый Crimson Guard, товарищ Некрофос. Или Абадон, да, то есть, конечно, у Абадона все плохо с деньгами, но все же. Спалились ребята из Смока, ну, в свою очередь, ой, хайграунд, похоронный. Так, ТП-шится в наглую, прям лишак, пойдет ли дальше, Смок разревилил. Стан по Некрофосу. Будет ли какой-то врыв? Да. На позиции у нас находится Энигма. Пошел у нас Малифайс. Ну, Неги, кстати, может здесь погибнуть. Лотус Орфу активировали. Пошел ГДС, БКП. Быстро. Ну ладно, забрали у банки Кигу. Без байбека у нас. В минус также Веджикл Спирит. БКП включает у нас Свифти. Хорошо. А Блэкхол не было. Просто Блэкхол не было в этой ситуации. Ну и забирают у нас еще товарища Лишака и могут догнать Мятежные еще Луциана. Да? Жизнь. Нет, не подгон. Замансил. Нижнюю башню сил тьмы. Ну а Энигма тут пошла за ТП. ТП у нее не было. Стан. Ну и Энигма здесь также, наверное, погибнет. Да. Энигма погибает. Но это просвет, я бы так сказал. Команда Сигнафи, конечно, да? Да, неплохая драка, но не был в кастован ничего. Вроде, казалось бы, ХФ стояли в позиции вроде, да, вот здесь, ну, здесь, вот здесь стоял Monkey King, здесь стоял Enigma, здесь где-то стоял Sand King, но драка в итоге разделилась, здесь пытались быстро вкусить у нас товарищ Абадон, в итоге Абадон включил ульт, его не убили, ну и драка пошла совсем наперекосяк, не по плану ХФшек, и в итоге не было ни в кастоун. Black Hole, Эпицентр не был в кастоун. Ну и своих героев троих отдали. Печально. 8к преимущество. Да, опыт вообще в нули упал. С 15-ки до как раз таки 10-8 тысяч по золоту. Да, ну и тут третируется отсюда быстренько Сэнд Кинг. Кровли здесь. Ну и Аганим. Вот Аганим, вот на Рубик тоже было бы неплохо воровать блэкхоллы, эпицентр с Аганимом. Ой, как сладко будет. Так, ну и... Смог, наверное. А, Рошан, на Рошанчика зашли. Ребята из КФ должны, кстати, прекрасно... Сил тьмы не туда скан использовали. Ну и в итоге на халяву забирают у нас сил света Рошанчика. Не успевают туда ребята из Сигнафи, к сожалению. Это сырный Рошан. А Еги сыр для Monkey Kinga. А вот третий Рошан, да, конечно. Ну, 7 минут. Так, Monkey King кому сыр отдал? Лишаку. Так, внизу у нас столу. Рубиковские эталоны. По сколько вот? Соточку голды заработал у нас лишачок с этих эталонов. Невидимость. Смог. Да. Ну, знают ребята из ХФ, где находятся у нас товарищи из команды Сигнафи. Надо сейчас... Так, Monkey King по деревьям попрыгал. Хорошо. Так, пошла атака на Кунку. БКБ ли будет прожимать Кунка? Нет, пока. Энигма с Сэнкингом подтягиваются. Отходит у нас Сигнафи. Блинкдаггер от Энигмы. Но нет, не догонь. Ну, кстати, подстанили у нас товарища... Крофос, Абадона. Здесь, кстати, Абадон отделился как-то от своей команды, но его убьют. Он без байбека. Не оставил наследника. Ну и наш Шайн. Да, Шайн сейчас будут забирать. Отжали территорию у нас ХФ. 270 голды получили. Ну, это последний Творс вообще на карте. Абадон вообще бедняк. У него топорик, стики и бутов, и ботиночек для одной ножки. Так, ну все, второй шрайн пал.
как бы стоит одна сторона у команды Сигнов, тяжеловато будет. Вот, Аганим. Меня игроки, видимо, слышат, то, что надо покупать Аганимы. Кункрадик будет покупать. Окей, здесь Дейдалус. Следующий будет Сатанику Свен. У Манки Кинга бабочка будет. Вот бабочка уже посложнее. Свен, если не будет бить, это будет очень плохо. Свенчик. Ну вот, Манки Кинг пока что фармит, но... Не дотягивается. Ну, понятное дело то, что сейчас вот Свен опять ушел, он не фармит, вообще боится выйти, как-то выйти боятся команды Сигнов, 15к преимущество ХФ. И поджали их, поджали, да, там 5 минут до нового Рошана, это, я напоминаю, это будет третий Рошан с рефрешер шардом для Бладлокола, конечно. Если Рубик успеет собрать Аганим, ну, что я сомневаюсь, да? Потому что Рубик не фармит, хотя вот Кунка с Редиком, с Радиком, Пятюньку смог. Смог, и через верхнюю линию пойдут ребята, байтит на Лишака, как бы тут барак стоит оранжевой, да? Ну, смог ответный. А я думаю, надо в спину зайти. Да, так оно и будет. Свен видит сейчас Лишака. Кунка байтит, свапует его. БКБ включает сразу. Моментально пошел корабль в Сент-Кинга. Сзади Свен пойдет и нет. Так, прожимает у нас Warcry. Все. Кунка без байбайка. Ой, Кунка без БКБ. Можно атаковать сейчас этого Кунку. Силы света укрепили свои сооружения. Так, ну пока вокруг этого барака танцы, пайп, конечно, но диаболики минус вторая сторона, теперь уже 100%. И все, без боя. Так просто. Но это не есть хорошо на самом-то деле. Для Сигнов, я имею в виду. Здесь вард поставили очень хороший. Да, сейчас раздевардит. И один, и другой. Так, ну и нижняя линия осталась. Манки Кинг, кстати, без поляны. Сент Кинг уже на позиции. Готов подкапывать, либо вставать эпицентр. Ну, а Егис еще есть. А Егис, наверное, минута две. Может быть, две минуточки. Нет варда здесь. Сент Кинг на позиции. Силы света используют сканирование. Силы света. Ну, надо как-нибудь, я не знаю, либо под смоком выходить. А Егис, кстати, пропал. Я думал, минут две еще. Ну, а Егис пропал. В итоге у нас 2.50 остается до респауна следующего Рошана. Здесь у нас Линкенсфера будет. У Лишачка. И смок. Опять через верхнюю линию сейчас. Либо через мидл пойдут. А будут атаковать Некрофоса, скорее всего. Не, напряженная, конечно, ситуация. Безвижно Сигнафи находится. Ну, байтит на Лишака. Лишак, да, не вопрос, я потанкую. 2700 хп. Веночку, спирит, слапает товарища Кунку. Кунку пытается быстро забрать. И Кунку, да, покупает, но... Ну, точнее, убивает, но не байбекается. Ему сейчас байбекается. Свап один, свап второй. Абадон еще пока что живет. Абадон живет. Килится. Сзади зашел Свэм. Включает БКБ. Пытается быстро распилить Манки Кинга. Манки Кинг. Блэк Холл у нас у того Свэна. Коса пошла в Манки Кинга. Минус Манки Кинг. Минус Свэн. Выкупается Свэн. Манки Кинг также должен, наверное, байбекаться. Минус Абадон. Один в один, эпицентр по двоим просто пошел. Минус Некрофос. Некрофос выкупается, летит уже на свою базу. Ну и все. Так, Некрофос должен здесь как продолжать файт. Манки Кинг выкупится уже здесь. Под хостой, как ему повезло. Хорошо, да. Некрофос под лоту с орбом. Ну и на этом все. Все побайбекались. Ну, 19 тысяч преимущества. 20 тысяч. Минус 3 байбека. Минус 4 тысячи голды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну да, 22 тысячи по золоту, десятка по XP, ну... Ой, дабл дэмэдж. Мама моя. Сейчас, если Манки Кинг вот пойдет воевать, то он за одну поляну вырубит всех, мне кажется. Кто войдет в эту поляну, естественно. Свен! Свен! БКБ сразу прожимает, должен начинать убить. Попо сразу тоже включает БКБ. Свап не получилось. Лоб 40, хорошо. Ну и все прожали БКБшечки, ну. Так, Рубика здесь поймали, но Рубик здесь погибнет. Рубика байбек есть, если что. Так, наверное, байбеки надо включить. Где у нас байбеки? Байбеки. Вот, байбеки наши. Байбек это Рубик, хорошо. Минус Т3 на последней, третьей стороне. Пошла поляна от Манки Кинга. БКБ Свифт включает. А зачем? Никакой атаки не было, чтобы даже кого-то подкопать. Свен сзади в Энигму. БКБ у Свена имеется. Нет, 24 секунды. Корабль. Хорошая палка по четверым. Корабль в итоге никуда. Минус Абадон. Минус у нас. Кстати, Манки Кинг без байбека. Лол, эпицентр пошел у нас от Луциана по четверым. Но Свен живет. Свен есть байбек. Нет, у Свена нету байбека. Его после байбека убили. Хорошо. Ну и Рубик после байбека также. Минус Рубик, Некропус также после байбека погибает. Ну, четвером ребята из КП разобрались, просто по своего мейнкерри. Даже не по своего мейнкерри, а по своего мидера. Разобрались с оппонентом, но это гудгейм. Сиюхи проигрывают, 33-16. Поздравляем команду КП, проходим следующий раунд. Дорогие друзья, никуда не уходите. Следующая карта, наверное, уже... будет стартовать, хотя нет, я не вижу пока созданной игры, но в целом следующий оппонент команды ХХФФ будет либо 7-7, либо не он, дорогие друзья. У микрофона для вас работает Валентин, спецназ Ильнагорский, никуда не разбегайтесь, музыкальная пауза.